принимайте. Морфис, турбо принимай. Морфис. Отлично, все тут поехали, танки адрес. Адреналин, всю пыль шквал и напуга медведей. Места есть еще в роли маяк? Пока нет, не скоро будет. Три секунды прихода Пети. Уже выходим. Морфис, служи. Тишина так. Кубы 2 секунды. Жали. Где эти скелеты? Гитаристы. Ловим. Второму гитаристу страх паладина. Алиса, иди на скелеты, я сам постою на боску. Отведу подальше, чтобы милики успевали уклоняться. Смелые милики, кто уверен, что не сдохнет. Бегите бить скелет. Зергайте их резче. Еще резче, у них по 500 тысяч хп. По 900. Да хули, разница небольшая. БР, давай, назначай. Так, танкадру, реснишь, хожу налево. Готовьтесь, кубы, 5 секунд, и потом будут ресы. Кубы, 2 секунды. Прожали. Демоны, все, боссы, все. Блядь, треугольник кликни.
Вовчик, треугольник кликни. Нажали, отлично. Я, короче, резну. У меня бахнулся там, сука. Ретрика резну, лол. Да. Помогу бесов подвести под босса. Если что, прожим квадраж. Под босса активно ведем. Карочка, резни торчит. БР. Бесов и Геру для павших дайте. Быстрее зерби помогу. Бюле тоже помогаю. Могу в зерби. Под босса поставь его, и кто там, блядь, его водит? Кубы, готовьте, 7 секунд. 2 секунды кубы. Сейчас заберу босс. Прожали. Опять демоны. Прохил. Череп прохил. Череп прохил. Демонов под босса давайте. Или босса веди к демонам, да и все. Дается стан, если что. Переключитесь в трэш, босс сам переведется. Когда он будет близко к переводу, я поведу его к повороту. В лужах только низко. Дергайте мобов. Есть это говно. Босса бейте. Сильнее теперь босса. Ведем того демона сюда. Ближе к воротам подходим. Кубов уже ж не будет. Не будет, давайте быстрее. 10 секунд до кубов. Успеем перевести. Больше ДПСа. Все. Отлично, все к воротам впритык становимся, прижимаемся. Дам иннер юки, например. Гимн дайте. Присты, гимны на хп. Прожимку давайте. Все, ловите босса. Главное, не стоим в луждах и следим за меткой Мактеридона. Повезло, демонов не было мелких. Да хули были эти? Да гитаристам то фигня, там паладины уже страх научились давать это. Хер знает какого раза, конечно, пока ему не скажешь. Смотри, спиной в зеленую лужу не стой, летишь прямо туда. Выйдите с лужи, хилы. Блин, ну данж реально в три хила проходится в шестером, я не знаю, что делать. Это если не стоят нигде, они в лужах. Два танка и два хила. Ой, три хила. Сука, лужа, сейчас выходим. Тоже немножко проведи, у него там весь хвост в огне. Выведи для миликов. Еще да победить. Пусть ми бьют спереди, какая разница, тут уже ну, манекен босс. Боже, ну потеряют один ТПС. Фулл рейд в луже. Выбегайте оттуда, бегите, глупцы, ебать его в рот. Вы что? Выбегайте нахуй. Ебануться, увидели, вы все в луже были. Thank you.
тухлое вот обрыгался в луже. Ну, видите, прям луже стоит на краешку. Сейчас маги еще обрыгаются. Варшок, дай гимноману. Все присты дайте гимноману. Много, может, немножко резкость. Нурбеттер, Вовчик на ману. Что-то не давал никто, что-то не резаться. Ладно, турбо держи. Сейчас бы хорошо дисконнект. Привет. Ставим портал штрат, летим на нуля. Портал поставьте, маги. Если кому-то сумка нужна 20-слотовая, плюс нить я вам отдам. Что такое печать пустоты? А, это мусор не нужный. Т4 апает, печенька. Летим на груля. Блин, я в шатрате заблудился. Хорошо тебе, то у нас некоторые целка блудятся, далеко не могут дойти. Было такое. Давай, поди с пылом сразу. Расскажи новость. Поди с пылом. Тарочка, Ика и Косука. Остальные все бьют. Троем точно хватает? Ты че гонишь, Женя? Да не охуи вдвоем. Мы втроем будем. Я что-то не знаю даже. Да не. Турбо с... Крохой тоже помогает. Кроха, у тебя есть фреймы рейда? Ты можешь диспелить все 25 человек на свой... Я все могу. Ну вот, тоже помогай. Это будет не лишним, я думаю. Нихуя себе, Кроха! Угу. Не, я прям уверен, что чем быстрее диспелишь, тем лучше. У меня в Крыму одноклассник живет. А ты в Крыму как, типа, родился или туда приехал? Переехал жить с России. А, по акценту слышно. С какого города? С Москвы. Ну, у меня с Новосибирска одноклассник туда переехал.
Обстоятельства вынудили бежать оттуда. Который раз лечу Москва-Одесса. Опять не выпускают самолет. Тут прошла вся в синем стюардессе, как принцесса. Надежная, как весь Балтийский флот. А в Мурманске ни туч, ни облаков. Ведь сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев. И Львов открыт, но мне туда не надо. И кто еще, блядь, про ночь там задвигал? Давайте без шансона. Сказали мне, сегодня не надейся. Не стоит уповать на небеса. Это не шансон, если что. Согласен, Марк. Нужно на блатняк переходить. На какой блатняк? Это Высоцкий. Сначала Высоцкий, потом Круг, а потом уже и до Бутырки добрались. Ну, не знаю. Типа, моя подружка с центра, а я с окраины, ведет себя примерно, а я неправильный. Возможно, просто исполнение не позволяет услышать Высоцкого. Ну, да у тебя голос. Высоцкий надо кричать. Надо Высоцкий. Его надо громко петь. Так, как... Да если будет, я тебя завтра спою. Дню. А ты на гитаре. А дайте играешь? Про Тауру кто-нибудь. На гитаре играешь, Кроха? Да. Вот, вообще нормально. Так, реально, это душа любого субботы. Билеты, короче, на концерт по 500 голды сырыла. А. Завтра. Да, приходите, я буду всем рад. Там реально надо кричать, что прям нужен такой суровый голос. У меня просто все спят, у меня 3 часа ночи почти, поэтому я тихо говорю. Спасибо, мне... Тебе что, жена что ли приехала? Ну да. И дети. Как она относится к тому, что ты живешь в Вове? Что значит живу в Вове? Блять, тут 24 на 7, камон, Фил. Как это 24 на 7? Ты чё? Да, блять, я как не зайду Void Frozen, АК, Void Defender и т.д. в доллара. Так это просто боты. А кто жена удивляется? Чё, блять, солёным пахнет? А это Войд за конто, за компом там затухает. Войд, я тоже твоя жена? Ты? Ну, в Вовке. Мор. У нас Войд 8 лет. Да-да, только хотел сказать, не боишься? В Вове нету возраста. Что могут посадить за это? Вот чувана надо посадить за то, что он изнасиловал моего нагу. Сука. Своим медведем нагу. Согласна. Но нага еще... Он еще моего ДК изнасиловал. Твой ДК старый. Ну, ему 30 лет, а вот мой нага молодой. Всем юный крокодильчик. Нет, моей ДК ей лет 900 где-то, по-моему. 900, он старенький, вот, у меня гниет. Мои крокодильчики, они молодые. Вот 3 месяца назад только были 200, и там был быстрый старт. Юные. Так, короче, поставь меня на какого-нибудь босса, который меньше всего бьет, а то, мне кажется, меня там прошло ты игрок. Ну, ты Кигли. Который от Кигли, вот, ты на раз такой. На улице снежок,
морозит, жмет. Поднял воротничок и прямиком в ларек. Бутылку пива для себя, я дам им шоколад. До центра частник довезет, мужик. Я денег дам. Будет, кого держать будешь твоих? Говори сразу. Давай короля и креста. На кресту надо косты сбивать постоянно. Король крутится. Или кливает чем-то. Не, он не крутится. Ну, какой там рога у нас есть. Или Пайкс. Или Пайкс. Так, JDDK, ты же меньше Пайкса даешь. Вот он может позбивать каст. Там только один каст надо сбивать. На присте. Ну да, молитву. Молитвенное исцеление или как? Ну я двоих, получается. Там надо будет... JDDK, ты будешь сбивать косты. Пайкс, будешь... Танкадру кого держать? Танкадру держи этого. Кочерик. Випка. Сколько тебе хп? Ну-ка. Ну-ка, прыгни в мишку. Ты держи этот самый квест. Вот. И, короче, смотри. Там, походу, надо будет меняться танком. Потому что надо будет скидывать дебаф. Мишка не может скинуть как ДК. Будете меняться боссами. Просто меняетесь боссами. И Пайкс, следи за такой херней. Когда будет активен... Чё? Куда пропала метка? Когда будет активен череп, что-то меняешь что-то. Когда будет активен крош огненная рука, вот этот дурак с палкой, он будет примерно через сколько-то времени кастовать адское пламя такое вокруг. И ты заюзаешь притяжку, и танк тебя обратно заберет босса. Преисподняя. Вот. Каст называется. Хорош. Как, ну ладно. Ну и чё, и там ты скажешь, когда чё зербить. Но Алиса вот этого дурака, с левого, синего, короче, вот этого аватара этого. Ну все вроде, нет? Да-да, Випка, ты будешь говорить, сколько на тебе стаков, и что просто меняться будет тебе перебегать. На стаках 5-6, по-моему, меняться надо. Ну, 5 стаков 6... меняю, и всё. Я не знаю. 70к хп. Смотрите, чтоб ладно, красиво посмотрим. Было. Вы как сможете сделать? Вот вы стоите недалеко друг от друга, да? Вот где... Вот в черепе стоит череп, а там вот, где крест стоит, там крест стоит. Ну, примерно там. Вы просто выбираете противоположного моба и делаете в него рывок. И одновременно нажимайте таунт. Если вы будете это делать одновременно, будет даже очень красиво это смотреться. Я думаю, вы должны справиться. Все милики и РДД будут играть по кресту. Если будет первый активен крест, соответственно, я дам Геру. Все заливаем крест. На диспеле будет Ика, Касука, Карочка, ну и маги помогать по возможности. Если будет активен череп, милики продолжают бить крест, все РДД, все хилы набирают между собой ренджу. Соответственно, он кидает бомбу, как у мага, которая взрывается, и АОЕ дамаг наносит всем, тех, кто рядом находится. Когда будет крошка оставать, то будешь череп, пайс, ты должен дать будешь притяжку. Угу. Ты знаешь. Что там давай, что там? Ну а остальные как бы там ничего не надо делать, будут переключаться просто РДД. Давайте чек на готовность, если все готовы, поехали.
Киглер активен. Все в Луну РДД переключаемся. Ты смотри на этот, только каст оставляй свой сбив. Никакое говно больше не сбивает, только молитвы. А то молитвы ты убьешь, у меня станут не будет. Нет молитвы. Пизда, блядь. Ёбаный в рот, почему я тебя поставил на эту хуйню? Сука, еще раз говорю, сбиваешь только молитву. Ты что, не понимаешь? Я буду сбивать молитву, давай. Так, так. Карочка, дай Берроги, пожалуйста. Все в крест бьем. Молитва. Вторая докастовалась за это время. Нормально? Я прослакал. Пизда, блядь. Тилрей, иди сюда. На руби. Я буду сбивать. Это пиздец какой-то. Сбили. А, череп, 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 РДД, бей. Череп, меняемся. Я притянул долбоёбку, взял. Это что такое, что за ВЕ? Череп активный был. Я макрос по фокусу не того нажал. Я с этим слепоглазом, короче, баф пошел. Слепоглаз активен. РДД все бьем в ромбик. Все в креста бьем, даю Геро. Иди турбо и кроху, помогаем диспел. Быстрее, еще быстрее. Хуёвый диспел. Еще быстрее. Сука, еще быстрее диспелер. Блять, еще быстрее. Вы что там? Хост. Это просто жесть. Вы без ролла останетесь, там не дисплеит. Мурбеттер на хп. Потом на ман. Вовчик на хп. Быстрее. Тухлая на хп. Захильте его. Ёбаные хилы, блять, вы тут?
вайп. Да бред, это отбрасывает луна, это просто жесть, я не пойму. Сколько вы у него оставили там? До хера. До хера? Зачем вы меняете танков? До хера, до хера. Че, хочешь сказать, ДПС в этом рейде нету? Да есть ДПС, просто опять же, походу, косты хилу не сбивали, я так понял. Ну, сколько там, две молитвы прошло? Ну, на Гере ты оставался на приесте, правильно же я понимаю? Ну, после того, как меня переставили, ни одна не прошла до этого. За то, что когда... Там две-три молитвы. Дали Геру... Пишется, не, он пишет, не все РДД играют в активного босса. Выходим. О, валим, валим из инста. Босса согрели. Не заходите пока в инст. Зелебоба молодец. Все там? Если бы ты не диспейл, был бы вайп. Все, заходите, вроде отогрелись. Ну, Юки, я могу сказать такую хуйню. Вот стоит моб. Она упала в начале. Она упала, потому что стояла на одной линии, на которой стоит сначала Киглер, потом она, потом огненный активный маг, который, когда стреляет в танка, 6 метров вокруг танка, он дает 50 тысяч урона. Чтобы такого говна не было, стойте не на одной линии между Киглером и магом, который активен. Понятно это, нет? Юка, ты понял? Поставь плюсик. Чтобы не отбрасывало тебя туда, стой по отношению активного мага в другую сторону. В любую, но не к нему. Ни на одной линии, понимаешь, нет? Геометрию. Пойми эту хуйню, это просто понять. Если ты встанешь ровно, если весь рейд встанет ровно на одну линию, вот как череп, да, и крест, вот смотрите, блять, просто объясняю. В кресте стоит огненный маг, в черепе стоит Киглер, блять, который откидывает всех. Если вы встанете вот здесь, где кот стоит, чтобы видно было, вот где Мишка стоит, вас всех откинет вот сюда. И в момент каста придет 50 тысяч по танку, который стоит в кресте. И вы все сдохнете нахрен. Чтобы такого говна не было, смотрите, как надо стоять. Вот примерно вот так. В любую сторону стоите, блядь, но не на одной линии. Ёбаный в рот, как тяжело-то. Не будет такого, такой глупой смерти. И ты будешь диспелить проклятие помогать, потому что там... Зеленый бабу, зеленый боба диспелил. Если бы он не диспелил, мы бы просто лайкнулись. Диспелить надо еще быстрее. Да если каз... Ну я не знаю. Не знаю, блядь. Ну косты надо только молитву сбить на присте в эту счет. Ну давай я постою. Второй рога вроде побольше ДПС, чем его дают. Той лрейк? Да. Давай ты, остальные не подходите сюда. Будет только рога лрейк сбивать. Когда будет активен этот, чей, пойдешь, пусть ты в него отдавать бить. Ну, череп только. Все готовы там? Сервак, походу. А, вот, да, он сервак. Нет, отлагало. Танкадру, ты тут? Танкадру, ты тут? Танкадру, ты тут? Пиздец. Один челик.
Танкодру, ты тут? Ёбаный поговорим, что ты к вам? Турбо. Танкодру. Танкодру, давай отлипай. Наконец-то. Все, он тут. Давай отчет. Да нету отчета Агрити. Крестик не стоит на месте, собака. Слепоглаз активен. По ромбу. Только РДД. Только РДД. Зачем вы меняетесь, ребята? Переживаете 15 стаков спокойно, танк. РДД играем. Из аршаманов там не есть рейки, скажите, пожалуйста. У меня Т4, я кидаю на рейк. Зелебова можешь на мишку орехи кинуть? Добиваем луну, бьем луну РДД. Добивать РДД, луну добиваем.
Алиса, иди на Лока меняться, чтобы мишки не менялись. Иди меняйся с мишкой, которая Лока танчит. Хорош, активен, между собой Ренжу набрали РДД. На дорогу ресать. Нахуя вы, сука, милики тупые туда подходите? Ёбаный рот. Вы что, совсем имбецилы? Объясняли, блядь, почему там падают. Карочка, поднимай, хожу налево. Значит, кто эту Лока держит, скажите, Випка? Алиса, забери Лока, Випка, поднимай. Притяжку палец. Черепу. Притяжку черепу. Хильте. Дали притяжку, нет? Да нет, вроде. Алиса, забери у Випки Лока. Випка, поднимай Пайкса. 5 секунд активации, сука, быстрее. Пизда, бля, сделают они это, нет? Я не понимаю, о каком Локе идет речь, но я сейчас на ул. Мара, ДД, переключаемся на ромбик. Полм, это и есть ебаный Лок, ебать его в рот. Ну, я его сейчас и танчу, нахуй. Випка, долго резаешь, пиздец, у тебя реакция. Палочу. Я ебал нахуй такую реакцию. Випка сейчас на кроше. Блять. Понятно, что вы поменялись. Может, могли сказать. Друиды, у кого есть БР плюс чат? Випка, если ты на кроше, ресай кого-то, я тебя захилю. Випка уже отдал БР, танкадру есть БР. Танкадру отдал БР в Марв. Рога поднимал. Я ебу нахуй. Да, паладин. Так понял, вы в одного. У кого БР плюс чат еще дайте. Бивантус, надо поднимать. У меня БР хули. Геру даю, заливаем все крест. Заливайте как можете, вы знаете. Танки тоже, не дискуйте это говно. Войд, я пока отошел побить, пока брусты есть. Собьешь там? Да. Что это? А где боссы? А что где за хуйня? Блять, он заебался. Все, он умрем. Они устали и пошли спать. Вот, я хуй знает, сейчас появится, может, исчезнет. Отбегаем. Они появятся. Отходим. Ебать его в рот. Бля, это бред, короче. Так не говори, что мы его и выйдем сейчас. Не, вы отбегите. Сука. Отходим. Вы что, блядь, могли отбежать? Это Антрема. Уже второй раз так босс и выйдется, кстати. Короче, они нам как бы кричат, идите нахуй. Чё за хуйня, выйти нельзя? О.
Разруль магика. Я так понял, народ сейчас сливать будет потихоньку. Прием. Алло. Да, да, да. Лем молчит какой-то. Спросил, сколько такой знаешь. Спрашиваю, 10к есть, молчит что-то. Блять, джедай ДК на 9-м месте, позор. Вспотел, да? Ты не сравнивай, милики, возьми только крестик, напрягается и все. В начале. Да не, я в принципе для миликов говорю, что это позор. Что ДК на 9-м месте? Сумойте второй кат. Сколько он ДПС дает? 242. Погодите. Ну 7-8 кат даст точно. Так это хуйня. Ну хуй знает. Ой, блядь, этот пидор молчит или нет?